Что нам остается делать? Это неприятный мир, это ужасный мир. Мы имеем дело с грязным врагом, который не играет по правилам. Он прячется за спины арабов. Он смешивается с ними. И что остается делать? У меня есть хороший ответ. Я хочу произвести обмен населением. С 1948 года мы приняли из арабских стран 800 тысяч евреев. Хороший результат, но это лишь первый этап. Теперь время второго этапа. Мы вывезли евреев, давайте вернем им арабов. При таком сценарии в Израиле не будет убито ни одного араба. А при другом сценарии их придется убивать. Через 5 лет Израиль превратится в Северную Ирландию благодаря Галилее. Вы увидите, что каждую неделю там будут убивать и арабов, и евреев. Я не хочу смерти арабов, и тем более я не хочу смерти евреев. Я желаю арабам всех благ, я желаю им лучшей участи в другом месте. И это мой ответ, в противном случае будет кровь.